Студенты юридического факультета КФУ знакомы с добрыми делами не понаслышке. Здесь регулярно помогают детским домам, приютам и хосписам. Причем делают это от всего сердца. Акция «Фото во благо» не стала исключением. Ну, изначально у нас как бы появилась такая идея, почему бы не объединить вот порыв наших студентов. У нас как бы открылась школа фотографов «Светополк». И вот я как руководитель социального комитета, мы подумали, почему не объединить фотографов и добровольчество. Решили, что это будет и практика для ребят, и мы, в принципе, можем собрать средства. Мы ездили в приют в поселке Столбище, вот, и нам сказали, то, что, в принципе, нужны средства. То есть не куда-то они пойдут, то есть мы знаем, куда они пойдут. На миски, на мусорные пакеты, на губки, на карманы, лекарства. Стоит отметить, что поучаствовать в акции смог любой желающий, ведь для этого было достаточно просто сфотографироваться. А там уже кто чем богат, как говорится. Это нисколько не трудно. Это даже в радость видеть эти эмоции, ощущения, когда отдача идет. Это такой заряд идет. Просто потрясающий заряд энергии на то, чтобы творить дальше. Ну, мне кажется, каждый человек должен прийти в своей жизни к тому, что нужно выполнять такие дела. Они, конечно, мелкие. На самом деле, вот эти деньги для каждого человека – это мелочь, по сути. Но, тем не менее, в совокупности все, что мы делаем, дает большой, хороший результат. Организаторы не скрывают, акцию «Фото во благо» уже планируют сделать регулярной и проводить ее хотя бы раз в семестр. А это значит, что добрых дел станет как минимум на 2 в год больше. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.